Здравствуйте! Я снова приветствую вас и хочу показать результаты ночной охоты с помощью лампы, полиэтиленовой пленки и ванной с водой. Вот то, что мы имеем на утро. Это бабочек. Бабочка живая? Нет. Бабочки, жуки. То есть навскидку так. А вот тут какой-то даже вылез. Интересно. То есть надо наливать воды поменьше. Иначе. И вот этот готовится. Значит, какое-то количество их все-таки ночью. Несмотря на то, что... Вот. Ну, как он вылазит, интересно. Прямо берется за кустик. Потом надо время высохнуть. Ну, смотрю, большое количество и дохлых. То есть вот они такие конгломераты образуют. Вот, и по всей видимости как-то получается у кого-то на этом, с этой кучки зацепиться за бортик и вылезти. Вот они готовятся. Посмотрим, что делать. Тоже вылазит, мне интересно. Цепляется, ты смотри. И вот так вот он вылазит. Ага. Значит, следует сделать меньше воды. И может быть даже вдоль бортика положить пленку. Потому что вдоль пленки он не может вылезть. А здесь он довольно шустро, смотрю, все уже вылез. Такими лапками, как крючочками. Стрела такой. Так, а что же у нас здесь? Здесь все нормально. Ну вот конструкция. Сейчас я ее покажу, как она сделана. Из чего она состоит. Значит, мы имеем... У меня обычная ванна. Вот тут вот я пленочку прихватил проволокой, потому что ночью дул ветер и ее сильно парашютило. Вот я ее снял. А теперь смотрим, что у нас дальше. А дальше вот какая система. Вот обычная пленка. Та упаковка от холодильника. Там я ее чуть-чуть поджал внизу кирпичом. Это тоже бабочка нам не нужна. Какая-то плодожорка, очевидно. Вот. И вот схема следующая. Вот этот пакет тонкий. На мой взгляд, чем тоньше полиэтилен, тем лучше. Он тогда как бы... Вот. А дальше что? А дальше у нас идет вот кабель удлинителя. Соответственно, тут же розетка. И стоит лампа. Вот она. Вот такая схема. А это у меня благополучно. Много лет не знал, куда применить. Такая подставка под цветы. Здесь неудачно было наличие такого количества отверстий. Вот я вставил вот это вот. Вот это вот. Вот она, планочка.
и здесь соединил на проволоке. Это все от зонтика поломанного, стеклопластиковые плавки, вот так, и натянуто. Там внутри лампа стоит обычная, ну, не обычная лампа, а сама система обычная, лампа необычная. Вот. И вот кабель. То есть весьма такая, на мой взгляд, удачная конструкция. Вот я смотрю, такие шустрелы тут. Не успел я бросить провод, как они уже тут по проводу вылазят. Проволока эта. Вот надо их будет потом собрать. Вот я проволоку уберу. Очевидно, на день уберу лампу, чтобы она не жарилась на солнце. А этих ребят надо будет пособирать всех в отдельное ведро и определить им место. Причем вот интересно, да? Как только он находит какой-то объект, где может зацепиться, в данном случае, вот ножка. Если бы были ножки, значит, они бы, вот если бы полиэтилен у меня вот тут вот где-то болтался, то, соответственно, все бы они повылазили. Таким вот, как этот шустрила. Вот. Но я уверен, что какое-то большое количество. Вот тут вот, где крутизна ванная, они тут не вылазят. А вот именно где наклон есть, значит, нужно этот бортик либо поднять, тем более она у меня не горизонтально стоит. Вот видно, уровень здесь такой, вот, и здесь такой. То есть надо ванну скорректировать, а может уложить вот так вдоль бортика какой-то полиэтиленчик. По полиэтилену они фактически не вылазят, я понял. То есть какое-то приличное количество все-таки их спаслось. Но, ага, вот и здесь он вылазит тоже по такому бортику. То есть можно представить, что если за это время, которое мы здесь находимся, уже такое количество вылезло, значит, сколько вылезло за ночь и сколько сюда попалось. Значит, нужно немного усовершенствовать эту модель. И будем творчеством заниматься сегодня. Ну, тут пленки, большой кусок не нужен. Просто проложу, да и все. Вот. Вот так вот. Ну, я удовлетворен, то есть ничего не делаешь, ночью себе спишь спокойненько. Опа, тут еще моль какая-то появилась. Вот, а оно себе ловится. Спасибо. Был рад приветствовать вас. Жду новых встреч.